Вы же понимаете, что уже вопрос в юриспруденции, вопрос не решается. Нет. Значит... Мы говорим про то, что цього молодого чоловіка з цієї охоронної фірми затримали за непокору працівникам міліції, тому що вони стали в проміжку цих воріт, де заїжджають машини, і не давали іншим членам кооперативу заїжджати на територію. Не виїжджали. Тобто вони перешкоджали громадянам користуватися тими послугами, за які вони сплачують. Борис Вен – це охоронна фірма. Вона не охоронна, це, от, дайте, пожалуйста, далі. В интернете она не охрана, она оказывает юридические услуги, пробивает директоров на соответствие, ну, такие. Ага. Вот. То есть про охрану деятельности там я ничего не увидел в регистрации этой фирмы на Минюстовском сайте. Вот. То есть они понятно. Типа при ком-то что-то выясняют, и никаких охранных функций там просто нет. Сайт существует у них, есть фамилия директора, и все. Ясно, фактически хорошо, группа понятно. Каких-то компаний, не компаний. Но в интернете есть еще другие по Борис Венка. Это николаевская фирма. И еще где-то они участвуют все время в этих потасовочках. Они были замечены на улице Стальского, вот на той стояночке, что возле эпицентра. ОК. Да. То есть вот эти вот лица. И кафе тоже самое. И кафе, да. Кафе они отжимали там. Ну, скажите, у вас вот люди, которые здесь ставят машины, это преимущественно наши киевские, члены кооператива. С 86-го года. А у вас эти документы вот с 86-го года, они у вас есть? Вот самые первые оригиналы, вот те, которые... Ну, с 86-го нет, по-моему, с 86-го. Есть. Сейчас это одна из очень... Уставные есть, конечно. Уставные, чтобы оригиналы были... Пожалуйста, отследите и под семью печатями никому нигде не показывать.